Ой, вы уже тут? Всем привет, ребята, вы на канале Лика Малика. Сегодня мы будем проверять лайфхаки. Наш первый лайфхак — это как окрасить волосы. Я не знаю, если у меня не получится, то значит либо у меня, либо он не сработает, либо у меня слишком темные волосы. Если вы блондины, то пожалуйста, попробуйте за меня. Приступаем. Это будет очень долго нарезать ее на мелкие кусочки, но я вам помогу это сделать через одну секунду. Та-дам! Мы нарезали бумагу, и сейчас будет магия. Налейте немного теплой воды. Закидываем в эту немного теплую воду ту бумагу, что мы нарезали. По лайфхаку сказали, что вот и краска. Теперь Малика хочет отпустить свой локон в краску. Можно подождать подольше. Давай, отпускайся. Я не знаю, зачем я это делаю, но я почему-то это делаю. Прошло уже 2 минуты, и я до сих пор крашу волосы. Посмотрим результат. Почему-то я не вижу результата. Подождите, я что-то вроде вижу, но не очень сильно они окрасились, потому что я брюнетка. Наверное, на солнце будут смотреться лучше или нет. Кто блондинки или блондины, пожалуйста, проверьте для меня этот лайфхак. Мне вообще ничего не видно. Переступаем к другому. Следующего лайфхака нам понадобится бумага, вода, ручка, внимание, мамины духи. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Как сделать временную тату? Берем бумагу, рисуем любой рисунок. Палка-палка. Огуречек. Палка-палка. Огуречек. Получился человечек. В общем, я хочу попробовать 2 татушки. Это человечек и сердечко миленькое. Теперь надо вырезать наши рисунки. Ничего страшного, если можно их вырезать неровно. Я вырезала 2 рисунка. Это сердечко и человечек. Теперь попрыскайте на рисунок духами. Ой, человечек неудачно вышел, а сердечко очень даже красиво. Ребята, простите меня, пожалуйста, я не буду делать татуировку с человечком, потому что он бедненький. Можно его уже порвать. А сердечко стало кругом. Придется делать новую татуировку. Вот это поворот, да, Малика, ты ожидала? Я теперь сделала такую татуировку — подписаться. Сейчас мы прыскаем на нее духи, и я посмотрю, что опять у Малики получится. Ребята, я не знаю, что с этим делать. У меня опять все расплылось, и у меня опять ничего не получится. Дубль 3, но на этот раз я вам не буду ничего показывать, это сюрприз. Итак, ребята, па-па-пам-пам, па-пам-пам, пам-пам, Лэма или Мэлэ. У меня Лэма, если что, написано, а на камере вроде Мэлэ, или у вас тоже Лэма. В общем, прыскаем на нее духами. У меня, слава богу, больше ничего не растеклось. Пора ее макать. Теперь кладем ее в воду. Ждем 2 минуты. Ребята, я немного задержалась, и прошло 3 минуты с половиной. Попрыскайте духами на место, где вы хотите поместить тату. Прыскаю, прыскаю. Теперь надо положить. Ой. И ждать 2 минуты до полной готовности.
Попрыскайте духами на бумагу еще раз. Ну, уже точно сдать 2 минуты. Ребята, прошло 2 минуты, я очень волнуюсь. Я хочу ее прижать очень сильно. Снимаем и... Ребят... Лайфхак опять не сработал. Сегодня все лайфхаки, наверное, мои не сработают. Как наши 2 лайфхака не сработали, я знаю еще один идеальный лайфхак, если у вас на дворе лето и очень сильно жарко. Нам понадобятся для этого цветы, их листья, вода. Как я вам покажу, что у меня получилось, подпишитесь на канал. Ставьте свой палец на колокольчик и ставьте лайки. И для этого нам понадобится еще маленький контейнер от любого крема. Немного декорации. Ребята, и шпили вылили. У нас все получилось. Баночка просто идеал. Открываем. Я живу в Африке. Страна Марокко, и мне очень сейчас жарко. Даже сейчас зима. У нас нету снега. Берем. Вкусно. И просто мажем себе на лицо, если вам жарко. Ничего там не окрасилось. Реально ничего не окрасилось. Пахнет во. И все у нас получилось. Господи, ребята, смотрите, какой у него цвет сумасшедший. Если каждый день будете брать по капле и мажете себе на лицо, хватит примерно на год или на 3 месяца. Я думаю, следующий наш лайфхак самый популярный. Для этого маркер нужен, ложка и вода. Приступаем! Я хочу нарисовать головастика. Значит. Я хочу попробовать нарисовать круг, но маркер у нас не пишет. Ребята, я очень сильно волнуюсь, получится или нет. Я пробую. Ребята, у меня все получилось. Тут плавает медуза по имени Вася. Я еще попробую чего-нибудь добавить. Также я добавила букву М и лунатика, которая плавает или летит. Через облака или молния. Ребята, я нашла способ, как сделать татуировку. Ребята, на мне теперь буква М, я не знаю, как ее стереть. Я пошутила. Спасибо всем, кто смотрел мое видео до конца. Мне придется сейчас прибираться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И всем пока-пока!